Ядный, привет от Сереги, рад вас приветствовать вновь на своей кухне, хотел сказать, на своей новой кухне. Переезд свершился наконец-то. Ну что ж, здесь у меня сразу небольшой рум-тур. Микроволновка, холодильник, медведя и все остальные сумки развешаны здесь. Сегодня будет обзор на продукты из Финляндии. Для меня это, как обычно, сюрприз-посылка, потому что я заранее ничего не распаковывал, и посылка эта на самом деле гигантская. Это самая большая посылка из всех, наверное, которые мне присылали подписчики. 6 с лишним килограмм. Меня вот иногда спрашивают, а почему ты не готовишься, там, не откроешь заранее? Мне интересно первые свои впечатления о внешнем виде этих продуктов вот прям сразу снять на камеру. Поэтому я не заранее не открываю никогда все эти посылки. Ну что ж, у меня была только одна фотография, которую я вам сейчас вот сюда же тоже прикреплю. Но я не ожидал, что это будет посылка настолько гигантская. Поэтому сегодня будет весь день ем. Я уверен, здесь на целый день точно будет всего. Как это все симметрично. Сейчас выставлю вот так вот. Вот так, чтобы не было видно моих колен. Да, сижу тут практически на коленках. Ну что, поехали? Что здесь есть? Вот так вот было. Все классно на этой кухне, кроме... Нет, не стола. Воды нету еще. Газа нету. Есть только... А что здесь? Микроволновка. А, плитка есть у меня, вот. Это что-то интересное. Ого. А, забыл распаковать вот здесь еще. Так, здесь лежит сверху пакетик, и даже вот чек, я смотрю, есть. Это все подробно посмотрим. Вы скажете, Ксюлёк, а как это вот здесь написано? Санкт-Петербург, вообще посылка с почты России, как-то из Финляндии, вроде не вяжется. Здесь часть продуктов была закуплена в Финляндии, а часть уже в магазине в Петербурге. Поэтому я вам сейчас даже зачитаю, как это, чтобы быть точнее. Продукты из финской сети Призма, вот это вот. Это точно есть в Финляндии, Эстонии и Петербурге. У них есть две торговые марки, X-Trail и Rainbow. Первое подешевле, не важнецкое качество, вторая подороже немного, качество получше. Конечно, не все удалось прислать из-за упаковки или условий хранения, чек с ценами приложила. Что-то из вышеперечисленных торговых марок куплено в лавочке «Финские товары», коих в Питере огромное количество. Окей, в общем, Татьяне огромное спасибо, Петербургу большой привет, всей Финляндии тоже. Сегодня будет обзор на эти продукты. Давайте смотреть, что здесь в этой посылке. Пакетик. Такой вот. Пакетики я тоже люблю, очень интересно посмотреть качество пакетиков. У меня даже была задумка такая сделать видео, сравнить, сколько они выдерживают. Вот на иностранных, кстати, не написано, сколько они выдерживают, только на наших, на русских пишут. Что здесь есть в посылке? Тортильи, лепешки, 370 грамм. Чипсы. Тоже написано «Тортилья». Может быть, торговая марка. Упаковка классная, мне нравится. Чай Earl Grey, вот Rainbow. Неплохая, тоже картонная упаковочка такая. Серьезная, ни разу не помятая. Это томаты. Нравится, что вот в таких упаковках тоже написано всегда состав. 68% помидоров. Томатный сок 32%. Немного орегано, регулятор кислотности. Все понятно сразу, сколько чего. Попкорн. Смотрите, как здесь все аккуратно в этой посылке упаковано. Прям плотненько-плотненько так. Ну что, следующее. Какао-порошок. А, нет, это, наверное, какие-то какао такие пакетики. Майонезик. Прикольно. То, что он снизу открывается. Остатки все стекать будут. Какая-то странная баночка. Не знаю, что это такое. Может быть, крем для обуви. Очень похоже на крем для обуви. Это просто такая жестянка. По картинке догадался, что это нут. Нут в рассоле. Прикольно. Большая коробка печенья. Ого, это я люблю. С чаем попить. Отлично. На десерт пойдет. Медовые орешки. Интересно. Маленький батончик с черной начинкой. Вот смотрите, на картинке нарисована прям черная начинка и жидкая. Вот такая должна прям выливаться. Такая жидкая. Очень интересно. Теперь давайте... Ого, тут много консервов. Давайте сразу посмотрим, что это такое. Это маис. А, кукуруза, точно. Тоже догадался по картинке. Грибы какие-то. Ставится баночка? Да, ставится одна на одну. Это хорошо. Рыба, конечно же, какая-то. Жидкости много, подозрительно. Еще одна рыба. Тоже жидкость есть. Тоже ставится с ключом, кстати. Все консервы с ключом. Какая-то баночка. Это апельсиновый какой-то джем, наверное. Что здесь еще есть? Знаете, как я сделаю? Я не буду пока смотреть в чек,
То есть я вначале попробую продукты, а потом буду, знаете, предполагать, вот так, чтобы логический сюжет был, сколько это может примерно стоить по вкусу, то есть оценивать, и совпадет ли мои ожидания с реальной стоимостью. Что это такое? Орешки микс. Леденцы, похоже, какие-то. Очень тяжелая упаковка, 250 грамм, маленькая пачечка такая. Вот это супец, похоже, а вот это типа макарошки. То есть быстрого приготовления такие пакетики. Это на день точно хватит. Предположить не могу. Может, бульон типа маги. Пакетик написано така. Шоколадка. Интересно. Зеленая, наверное, она мятная. Да, минт написано. Класс. Есть трубочка. Одна штука. Где-то еще сок. А вот, нашел откуда эта трубочка. Ананасовый сок. Вот у меня три пачки сока. Улыбашка. И почему-то ананасовый. Ну, случайно подсмотрел. 27 рублей стоит. Пока выкладывал, 27 рублей один сок какой-то из них стоит. 27 рублей! Как это может быть дешево? Если такая же пачечка сока ашановского, рублей 10-12 стоит. Чей такое? Нарисована рыба, а сардина, но картонная упаковка, жесткое что-то. Я думал, что оно мягкое должно быть, может, сушеное что-то. Очень много загадочных продуктов, ребят. И последнее, это кускус, который почему-то высыпается и... Прям вот сюда вот он высыпался уже. Полкило. Ну, наверное, уже меньше. Ну что ж, вот это все сегодня буду пробовать. Вначале завтрак. Я разберу немного. Пойму, что здесь можно съесть на завтрак. Я вот эту рубрику «Весь день ем» придумал, кстати, когда слишком много было продуктов, и мне пришлось делить на завтрак, на обед и на ужин. И мороженка всегда была. Итак, на завтрак готовлю рыбные рулетики. Для этого мне сегодня потребуется тортилья, все рыбные консервы, которые у меня есть. Хотя я сомневаюсь, что вот это именно рыбная консерва, потому что она сухая. Я сейчас открою, посмотрю, что это. Грибы, нут, экспериментальный рецепт, между прочим. Кукуруза должна сладости добавить. Я думаю, это должно быть вкусно. Ну что ж, поехали вначале по продуктам. Открываю консервы. Они, кстати, с надписью одинаковые. Здесь написано «Тоникалополони». Надо переводчик, кстати, включить. Но... А одна открывается вроде бы сверху, а другая как бы вроде бы снизу. Тунец в воде, полосатый в подсолнечном масле кусочками. Написано процентное содержание рыбы. Вот в наших продуктах, прошу, сделайте так, чтобы не стоять в магазине и вот так вот. В общем, рыба выглядит вот так вот. Я открыл баночки, вы себе не представляете, как она вкусно пахнет. Я сейчас, у меня мысль только одна. Я хочу быстрее взять ложку и попробовать ее. Она пахнет невероятно вкусно. Немножко соли, но это рыба. Натуральная рыба. Выглядит симпатично, потому что нет никаких плавников, никакой кожи. Просто мясо. Просто кусочки мяса. И оно не раздробленное, как мне показалось вот в самом начале. Оно просто такое рыхлое, что ли. Так, давайте по стоимости сразу скажу. Я бы дал бы за такие банки рыбы, ну, не менее 100 рублей, если бы они стоили в магазине. Ну, точно не менее 100 рублей стоят. 135 и 155 рублей. Но с учетом того, что они привезенные с Финляндии, я думаю, что это очень прям даже недорого получается. Нормальные консервы, отличные консервы. Открываю же эту штуку. А, в общем, здесь подвох. Это, оказывается, консерва, упакованная в картонную упаковку. Я думал, что это какой-то снэк будет. Я сейчас испугался, что это будет сюрстреминг какой-то. Но это вроде бы просто сардина. Я ее сейчас попытался разъединить. Она прям вот так вот плотно-плотно прижата. Она как будто прессованная немного рыба. Что же это такое? Она какая-то маленькая. По вкусу это обычная сардина, но она прям настолько плотно была прижата друг к другу, что из нее как будто соки вышли. Она наполовину сухая получилась. Из нее вот ничего не вытекает, она сухая. С нее, вот смотрите, я беру вот эту сардинку одну, и с нее даже ничуть не капает, даже ничего не хочется. С нее, в нее жидкость даже наоборот впитывается, вот когда вот если я окунаю сейчас в масло, и в нее жидкость прям впитывается наоборот. Открываю тортилью. Небольшие аккуратные лепешки диаметром примерно 25, может, максимум сантиметров. Форма ровная. Лепешки хорошие. Естественно, как их разогреть на сковородке, микроволновке, в духовке примерно по 10 секунд. Ну ладно. Ого! Попробую кусочек сразу. Мне кажется, она чуть сладковатая. Рапсовое масло, стабилет. Нет, сахара там нет, но чуть сладковатая, мне кажется. Так, здесь у меня получается тунец с маслом, без масла. И с края еще сардина. Получается такой тройной рыбный рулет. Я уже открыл нут, кукурузу и грибы. Можно прям так кушать. На вкус прям ничего. На вкус очень приятный. Вообще класс. Ну, котейка пришел. Ты что хочешь? Понял, на рыбу почувствовал, наверное. Сейчас тунца хочется съесть. Мне котейка самый дегустатор. Если котейка ест...
Значит, это все натурпродукт. Ну-ка. Давай. Смотрите. Да ты прям смотри. Да ты не промах. Как тебе финский тунец? Гуд. Короче, давайте, ребят, быстрее готовить и завтракать. Выкладываю кукурузу. Выкладываю сюда нут. Нут такой толстый. Главное, чтобы завернулся у меня этот рулетик. Кто не пробовал, кто нут не пробовал, он примерно как горох. То есть он больше похож на горох, чем на кукурузу. Ну, так, если сказать. Короче, рулет готов, заворачиваю рулет. Если бы это был лаваш, было бы проще. А это лепешка, поэтому ее я вначале вот так вот снизу подверну, и потом с другого края, и вот так вот заверну. Получится вот такая вот почти шаурма. Можно сразу завернуть себе такую штуку в пакетик на обед. Консервированная рыба, она не такая вонючая, не переживайте. Можно достать. Все, готово. Остается только заварить чаек. Но так как у меня вчера чайник сгорел, а воды нет, поэтому рекламная пауза. Давайте посмотрим, что за чай сегодня будет. А, горчицу и майонез забыл. Здесь вот такой жестяной тюбик, он на внешний вид напоминает вот, либо крем для обуви, либо смазка для цепи велосипеда. Но единственное, что вот выдает ее Дижон, написано горчица. Все, бутер мой готов. Чаек, сейчас посмотрю. Почти закипел. Давайте распакуем его, посмотрим. Вы знаете, что к чаю у меня отдельная любовь, я с пристрастием всегда вынюхиваю эти картонные коробки, распаковываю пакетики, смотрю, как высыпается оттуда эта вся чайная пыль. Я уже сразу вижу, что это не крупнолистовой чай, что-то из него вываливается. Горячий, закипела вода. Так, внутри пакета какие-то гранулы. Я не про те коричневые гранулы, которые в обычном чае. А здесь белые гранулы, они реально большие, их видно невооруженным глазом. Это, наверное, ароматизатор какой-нибудь. Или подсластитель. Нет, подсластитель не может быть в пакетике. Это, возможно, ароматизатор бергамота как раз. Не нравятся мне вот такие вот эти штуки, ароматизаторы. Короче, завалю. Пыли, кстати, там-то и не было. Были такие маленькие гранулы чая, но пыли не было. Давайте завтракать. Мне приятного аппетита, вам тоже приятного аппетита. Вы же смотрите это тоже с бутербродами. Наверное, уже съели, быстренько сгоняйте, еще сделайте парочку. Давайте пробовать эту штуку. Отлично. С нутом самое то. Короче, тунец, сардина и кукуруза – это необычное сочетание. Но кукуруза сладкая, рыба пресная, масляная. Это разные совсем вкусы, разные совсем по консистенции эти продукты. Это что-то такое несочетающееся. Нет, наверное, это лучше больше не повторять. Шампиньоны отлично промариновались вот с этим зеленушкой. Что там еще добавлено было? Петрушка, белый перец, лук, лавровый лист. Прикольно получилось. Все, ребят, это было реально вкусно. Это было реально вкусно. Я прям за один присест салфетку схватил, этот чайный пакетик. Вот. У меня еще остается десерт. Батончик с черной начинкой. Батончик внутри оказался на самом деле черный, но на картинке он прям растекается, вот это такая мягкая должна быть. Здесь нуга не такая мягкая. Как будто бы, знаете, какой перец с корицей, что ли, перемешанный. Очень необычная штука. Знаете, еще на что похоже? На зубную пасту. Я вот сейчас ем, она тягучая и мятная, прям как зубная паста. На этом все, завтрак мне понравился. Переключаемся ближе к обеду тогда. На обед будет тоже что-то очень вкусное и что-то очень много будет всего. Поехали. Итак, на первое сегодня у меня луковый суп, на второе паста карбонара. На десерт сразу несколько напитков. Чипс я решил приготовить с соусом тако и на закуску орешки. Итак, первое блюдо луковый суп, проверяю на всякий случай переводчиком. Это на самом деле луковый суп. Есть у меня продукты, на которых по-русски, кстати, ничего не написано. Вот для этого я и достал переводчик. Вот на этом бульонном, не знаю, кубики. Хоть и написано говядина, хотя в составе я так ее и не нашел. Отложу-ка я ее на вечер, там потом разберемся. Кстати, я немного ошибся. И вот эти продукты с торговой маркой Rainbow, это, как было сказано, не самые дешевые, самые дешевые X-Trail. Помните, в сообщении я читал. А вот эти чуть лучше по качеству, но и чуть подороже. Чай черный 105 рублей. Дороговато, честно говоря. Вот этот вот майонез 200 рублей. Почти 1000 рублей за килограмм. Ладно, банка шампиньонов 121 стоила. Макарошки с соусом 130 рублей. Суп луковый, который варится, 75. Апельсинкола 27. Клубника 27. 50 рублей сок ананасовый. Это очень дорого. Конечно же, это не торговые марки Ашан. И не моя цена и прочее. Ого, суп у меня уже кипит во все.
Вот такая вот упаковка почти готового блюда, рассчитана на 2 порции 150 грамм. В составе написано: макароны 72%, сырный порошок 5%, сливки 1,5%, бекон 2%. Но к этим чипсам нужно еще приготовить соус. Сметана. Берем 200 грамм сметаны и смешиваем вот со всем этим содержимым. И ставим в холодильник на 20 минут. Ну-ка, попробую. Думал, он острый. Не сильно острый какой-то. Да его ложкой просто можно есть. Ну, пусть настоится. Чуть-чуть остренький. Макарошки готовы, наверное, уже. По идее, вот это все должно как-то по-другому готовиться. То есть, вначале макароны варятся, а потом добавляется, ну, соус, сыр, и получается вот этот, как его там называют, карбонара. Но здесь все в одном пакете. Поэтому, ну, вы знаете, пахнет вкусно. Итак, мой обед готов на первый луковый суп. Он немного желеобразный такой. Если сейчас еще настынет, мне кажется, вообще превратится в холодец. Здесь паста карбонара. Ну, так себе, скажу, это выглядит, потому что, ну, вот как бы вы оценили это блюдо, пишите в комментариях. Мне кажется, это как-то, ну, не очень это как-то выглядит. Я бы сейчас бы еще сырка сюда добавил. Может, это вкусным окажется, но пока что это похоже на обычные макарошки. И есть у меня еще огромная тарелка чипсов. Так, вот он, мой финский обед на столе. Давайте пробовать. На первый луковый суп. На вид он... Ну, там ничего нет, кроме лука, на вид. Пробую. Знаете, он луковый. Вот эти лучки, они не развалистые, они какие-то плотные. Странная штука. Я обычно как-то говорю маме, когда прихожу в гости, она мне сразу наливает в тарелку борща, вот такую большую, и там много всякой начинки плавает, мясо там. Вот это полная противоположность маминому борщу здесь. Ну ничего нет. Сказать, что это прям супер вкусно? Не, это не очень вкусно. На 100 мл 18 килокалорий. Ну, в общем, да, так, для разогрева пойдет. Все, готово. Так, макарошки. Макарошки за пару минут немного остыли, и соус, который был такой прям откровенно жидкий, он немного загустел. В тарелке я вижу зелень, вижу какие-то кусочки, напоминающие, возможно, бекон. Вот это вот все, что сейчас в тарелке, на вкус это неплохо. То есть вот этот соус, хоть он и не такой симпатичный, он не такой однородный, в нем видны вот эти вот неоднородности, то ли он не прокипятился, то ли еще что-то. Вкус у него на твердую тройку вот этой штуки. Я думал, это будет хуже. То есть по сравнению с обычными макарошками это прям нормально, это можно есть ложкой, но по сравнению с блюдом карбонара, который хочется поесть с насыщенным сырным вкусом и беконом, со вкусом бекона, тут его нету, этого вкуса. Котлетку бы сюда еще положить какую-нибудь. Короче, я съел, это уже о многом говорит. Итак, для сока у меня есть сразу 3 стакана. Это был ананас. Это клубника, банан. Что-то неожиданный цвет какой-то для клубники, банана. Я думал, будет розово-желтый, как Лавис, этой жвачки. Сюрприз дня, апельсин-кола. Какого цвета? Как яблочный почему-то оказался. Пахнет, как из банки с ананасами. Вот этот вот сиропчик, я всегда его пью, когда банку открываю. Не знаю, можно его пить, нет? Короче, один в один ананасовый сиропчик из банки с ананасами. Вынимаете ананасы, вот этот сиропчик, который остается. Следующий. Напиток клубничный с ароматом банана. Здесь уже вода, сахар, концентрат клубничного сока. Не написано. А, содержание сока 3%. В общем, это так. Понюхать только ли. Как ароматизированная водичка, подслащенная. 3% сока. Можете себе представить, что там будет 3% сока. 27 рублей можно 2 яблока нормальных таких средних купить. Отжать, там то больше сока будет в 15 раз, чем это. Апельсин кола. Знаете, сколько здесь сока? Здесь еще меньше. Содержание сока 2%. Остальное все ешки, ароматизаторы. Тут цвет, это не из-за сока, потому что 2% сока такого цвета не дадут. Это краситель. А, господи, какая гадость. Ой, жуть какая. Это, конечно, не дешев за 7 рублей, за полторашку, но все равно жуткая штука. Гадость, а? Она, конечно, не першит в горле, как газировка ашановская, но... Ой, побочка началась какая-то. В общем, жуть какая. Короче, это не просто невкусно. Лучше обычной воды попить, чем вот эти ароматизаторы. 3% сока. 2% сока. Сколько это такое? Это пипеткой капнули? Вот это нормальное было, а это нет.
Пока что еще ничего не понятно. Пока что мне завтрак больше понравился, чем обед. Потому что супчик не супчик, макарошки не очень были, только вот апельсиновый сок понравился. В общем, ребят, надеюсь, хоть Олежки меня порадует с чипсами. В составе 85% арахиса, 1.5% меда, всего остального процентов непонятно чего. Олежки сами на вид, хотя это не Олежки, а бобовые, симпатичные, среднего размера, покрыты вроде бы какой-то глазурью с небольшим количеством соли. В общем, все они ровные, аккуратные, даже крошки нет, не поломанные. Давайте пробовать на вкус. Короче, ребят, это идеальный арахис, какой он и должен быть. Здесь глазури ровно столько, сколько надо. Ее ни много ни мало. И сама глазурь, она не приторная, то есть она сладенькая, но и чуть соленая. Отличная глазурь, она не обваливается, и соль сверху, которая она мелкая, и ее просто нет ни на дне, ни в пакете, нигде. То есть в сравнении с тем же самым, знаете, мимимекс, арахис, который продают, там просто соль на дне лежит целым слоем. Приятно есть арахис, но думаешь, ну зачем туда столько соли насыпали? Но это не все, еще на сегодня у меня еще чипсы, вернее соус, который я приготовил к чипсам. Где он тут у меня? Я думаю, как раз он приготовился, настоялся. Давайте пробовать. Угу. Ну это прям... Чипсы тоже нормальные, но поломанные. Я уже думал, что обед совсем испорчен. Первое, второе, как себе было, компот. Вообще никакое. Пока хорошее настроение, пока не забыл. Читаю ваши комментарии. Один из них, я прям так долго смеялся, Дон Пабло. Не бери у магов всяких странников ничего, особенно перфокарты с дырочками. Переместишься на плюк без КЦ, гравицапа, и останешься в пустыне без своего попелаца. Спасибо всем, кто пишет мне способы, как хранить арбуз до Нового года. Вот эти 10 арбузов, которые я позавчера закупился, я именно этими способами, которые вы предлагаете, буду хранить. Честно говоря, кажется, что ни по одному из этих способов арбуз не долежит до Нового года, но интересно проверить. Парафином покрою обязательно и в морозильник запихну целиком. В общем, посмотрим. Всем, в общем, огромное спасибо за комментарии, спасибо за хорошее настроение. А сейчас мы переключаемся на ужин. На ужин будет еще целая куча, много всего продуктов остается. Переключаемся. Ну что, ребят, время поужинать. Давайте смотреть, что у меня осталось в коробке. Посмотрим. Есть, есть очень хочется. Моя коронная фраза, наверное, уже есть очень хочется. Потому что я всегда вживую ем все эти продукты. То есть целый день питаюсь ими. Итак, кускус. Томаты. Бульонный кубик. Это все объединяется в одно второе блюдо. Какао-напиток. Печеньки. Шоколадка. Джем. Попкорн, карамельки. Но это все на десерт уже. Я уже, честно говоря, соскучился по готовке. Уже очень хочется... А вот, нашел, где открывается. В общем, это что-то наподобие бульонного кубика. Потому что вот на лицевой стороне... А, вот. Это и есть бульонный кубик. О, она мягкая. Это бульонный кубик, но он мягкий. Слушайте. Короче, как будем все готовить, что в итоге должно получиться? Я мог бы приготовить кускус с томатами просто на воде, но раз у меня есть бульон, поэтому я и придумал вот такое блюдо. Бульон развожу на пол-литра, немножко прокипячу, наверное, чтобы это испарилось чуть-чуть. Все, на удивление, складывается удачно. Здесь все вкусно получается. И его надо снять с огня, потому что кускус варить не надо. Он лишь 5 минут, ему осталось только настояться. Не знаю, куда поставить. Поставлю вот сюда же на коробку. Теперь могу поставить чай. Ну, вернее, воду поставлю кипятиться на какао. Давайте распакуем, посмотрим, что внутри здесь. Такая хорошая, симпатичная упаковка какао, капучино. Дать порошку раствориться в 5-10 секунд. И вот я вижу, Настя тоже уже пришла. Запах. Настя сказала, пахнет анаком. Ну посмотри, похоже это. На, как думаешь, что это? Это кускус. Сейчас. Я кускус люблю. Чуть-чуть настоит. Это кускус, а я люблю. Ну готовь тарелку тогда. Мука пшеничная, жир пальмовый, сахар, соль, натуральный аромат. Может содержать следы орехов молока. Это самое обыкновенное песочное печенье. Обычные кругляшки, ничем не посыпанные, ничем не приправленные. Внутри тоже ничего нет. Самое обыкновенное песочное печенье. Немного... Плотное такое, твердое, ну, обычный. Но это не бисквит. Давайте потом все открою. У меня кускус уже приготовился.
И, Настя, иди быстрее, пока он тепленький, попробуем его. Посмотрю, кускус вот чуть-чуть вот здесь сверху, который лежит, он не пропитался вот этим бульонно-томатным соусом. Но все остальное, процентов 90, здесь выглядит очень классно. Зеленушка поднялась сверху, большие куски томатов. Ну, давайте пробовать. Приятного аппетита, кстати. Как будто бульончик добавленный какой-то. Как будто бульончик добавленный? Да, типа магии такие. То есть это не натуральный вкус кускуса, да? Да. Короче, ребят, кускус получился отменный. Мне нравится. Как гарнирчик, самое то. Он кисловат. То есть помидоры, они больше кислые почему-то, они сладкие. Ну, в меру соленое все. Ничего не подсолил, не перчил. Пойдет. Слушайте, а может я что-то неправильно приготовил? Это же какао капучино должно быть. Или вот эта пенка, это такое и есть капучино. Вот скажите, что значит капучино в переводе на русский язык? Потому что мы что-то не поймем. Какао? Капучино. Меня осенило. Это, наверное, кофе, смешанное с какао. Я думала, капучино пьяный там переводится. Кто знал, оказывается, капучино взяло свое название от цвета коричневого, потому что монахи были в коричневом одеянии. Представляете? Монахи капуцины. Капуцины. Это вообще никак не связано с пенкой, а связано именно вот с этим цветом. Вот так оказывается. Кофе с какао, вроде бы и не кофе, и не какао. Блин, это все равно, что чай с молоком. Не русский нетрадиционный напиток какой-то получается, и не кофе, и не какао. Не, нам такое не в нравится. Садике не давали. Нравится тебе? Да, ну, допивай, я не могу. Да? Я прям на завтрак бы такой. Вот тебе на завтрак. Реально это шоколадное кофе. Шоколадное кофе, да. Ну что, ребят, что у меня остается? Необычная шоколадка с мятой. Неужели у них другого шоколада нет? Ого, реально с зубной пастой. Вот. Такие леденцы. Холс, что ли? Вот Холс съел и такой... Вот это что-то, короче, непонятное. Это я не знаю, почему едят и кто это ест. Так, ну что, я не знаю, с чем пробовать вот этот апельсиновый джем, потому что у меня нет... Чем бы его зачерпнуть? Кукурузными, вроде бы, солеными печеньками. Сладкое с сладким. Открываю банку, а смотрите, она оказывается без какой-либо пленки под крышкой. Просто крышечка. Давайте попробуем. Пахнет апельсинами, очень вкусно. Вся штука, вот эта вот, она не сильно приторная. Она хоть и мутная, некоторым не нравится такой мутный джем. И кусочки некоторым не нравятся, но на вкус это, поверьте, это реально вкусно. В общем, нормальный джем. У меня есть еще попкорн. Попкорн хороший. Ничего лишнего в нем нет, осадка нет, все зернышки хорошо открыты. Попкорн 99,90. Ну, примерно я цену понял, в общем, сколько стоят эти продукты. Наверное, в их перерасчете на их зарплату это очень дешевый продукт. Последние на сегодня конфетки-леденцы той же Rainbow. На вид они вот прям такие самые страшные наши советские леденцы. Особенно вот эта розовая, которая. В общем, давайте пробовать. Такие же это леденцы или нет? Так, Настя, тебе эти леденцы точно понравятся. Он был такой сливочный. О, что это такое, господи? Угадать, ой, вот. А, вот это ад! Чё? Это самый стрёмный леденец, который я пробовал в своей жизни. Слушай, хот микс, может, горячие какие-то с перцем? Попробуй вот эту гадость, а. По вкусу, ребят, мятный, смешанный с перцем и еще какой-то вот омывайки какой-то, что ли. Я даже боюсь пробовать следующий. Ну, давайте. Я думал, сюрпризов уже не будет сегодня. Господи. Что это за изменение выражения со мной? Реально это? Уже. У меня аж... Я не могу его доесть. По этим леденцам надо устраивать челлендж какой-то, потому что это... Это гадость. Если хотите детей отучить от конфет, вот. Черное с зеленым. Еще хуже? Ну, ты знаешь, он не хуже, но он другой просто. Полностью черный. Поехали. Я не представляю ничего удивляться. Это язык ждет еще, между прочим. Какая же это... Слушай, я попробую. А, вот это... Это жесть, вот какой прикол вообще. О-о-о-о.
Не, он не сильно жгет, но это так противно. Это мята, он жгет язык, но это не такая, это не боль, это просто противный вкус, настолько противный, что вот даже описать сложно. И у меня единственная мысль, зачем их делают? Это поприкалываться в компашке, кому какой достать? Ну их много, как бы. Это на какую компашку надо? Чтобы так поприкалываться, сколько должно быть недругов у... Конфеты называются Hot Mix. Здесь нарисована такая большая бомбочка. Наверное, все-таки внутри вот этого вот леденца точно что-то есть. Сейчас я попробую разгрызть. Первый леденец, который... Выдался конфет Hot Mix состав. Гоблин! Она горькая, она просто горькая, как вот эта черная, только жидкость там. Хорошо, что я, да, не дошел до середины. Я думал, это обычные советские вот эти сливочные леденцы. Говорит, Насте понравится. Но это леденцы с подвохом с каким-то. Чего у меня остается? Может, розовая хоть? Я уже не хочу даже следующую пробовать. Но может быть, это розовая будет? Может, хоть как-нибудь? Я думаю. Лакрица, Сереж. Лакрица? А что это, гадость какая-то, да? Каенского перца и красители. Вот, вы слышали? Экстракт перца, экстракт каенского перца. И прочее, в общем, в составе этих леденцов. И лакрица. У меня просто язык жгет после предыдущих, я пока не понимаю. Да, он острый. Он тоже острый. Слушайте, ребят, ну я, честно говоря, не знаю. Вот обычно такие штуки, ну, невкусные там, продают по одной. Ну, 5 штук в упаковочке может так лежать. Но чтобы это было вот аж 250 грамм, четверть килограмма. Может быть, у них там в Финляндии, в общем, нет, не знаю, пишите в комментариях, кому нравится вкус лакрицы, красного перца и прочих перцев, смешанных с сахаром, и вот получаются леденцы. Пишите в комментариях, кто это готов съесть с удовольствием, но мне кажется, это что-то перебор какой-то. Короче, ребят, сегодня был реально необычный весь день, ем финские продукты, показались мне с одной стороны привычными, с другой стороны эксцентричными, назовем их так. В общем, к ним надо либо привыкать, либо понять суть их происхождения. Что мне понравилось, что мне не понравилось. Заранее скажу огромное спасибо Татьяне за такую большую и объемную, вот, и разностороннюю посылку. Все очень интересно было, что мне понравилось по вкусу. Вот эта рыба, которая была упакована прям очень плотненько, необычное исполнение. Такое ощущение, что производитель подумал так на совещании и решил, что а давайте-ка мы туда 150% рыбы впихнем. А как это сделать? А вот поплотнее туда, поплотнее. Вот так вот. В общем, напихали туда рыбу очень много плот. Те же самые консервы, тунец, который без костей, без кожи, без всего, одна филейка, приятно. Сразу открыл, завернул себе в рулетик куда-нибудь там, в салат положил. Не задумываешься, потому что там толстенная кость, она, конечно, жуется, ну, вот как в наших консервах, да, все продаются. Ну, соки которых 2%, это, ну, не такая гадость, как мне уже сейчас кажется, по сравнению с этими леденцами. Вот эти все супы, то есть то же самое, что у нас, в общем, ну, примерно то же самое, ничего особенного там нет. А леденцы, ребят, не знаю, что с ними делать. Точно, я их кому-нибудь буду вот в неожиданный момент предлагать. И смотреть их реакцию. В машине буду возить вот с собой. И... Да, обычно кто-нибудь просит, ну, смотрит, леденцы лежат, там конфетки всякие, сухарики. Вот сегодня сразу улетели вот орешки. Орешки хорошие были. Орешки за 5 минут улетели. Вот, смотрит, леденцы, да, леденцы, и посмотреть, как... В общем, как я понял, финны умеют удивить и порадовать. Есть у них что-то такое особенное с изюминкой. С вами, как всегда, был сегодня всеядный Серега. Спасибо вам огромное за хорошее настроение. Оставляйте там ниже комментарии. Жду вас с нетерпением. Почитаю на досуге. Увидимся в новых видео. Пока!